В Таразе прошел турнир по футболу памяти халық қахарманы, капитана полиции Ғазиза Байтасова, обладателя наградного знака Айбын второй степени старшего сержанта Полата Янкулова и Жаксыбека Байсейтова. Участие в турнире приняли сотрудники правоохранительных органов и силовых структур Жамбылской области. Были приглашены также близкие и родственники героев. Их жизнь была примером для подражания, нравственным стержнем общества. Своим благородством и преданностью Родине они навечно останутся в наших сердцах, говорили многие из пришедших почтить память. Мероприятие в память моего супруга проходит регулярно. Семья моя и дети никогда его не забудут. В этом году будет 10 лет со дня трагедии. Я благодарна организаторам турнира, управлению службы охраны. Всего в турнире приняли участие 5 команд. Все старались выступить достойно и с ответственностью отнеслись к спортивному соревнованию. Турнир посвящен памяти ребят, погибших в ноябре 2011 года во время теракта в Таразе. Мы провели мини-турнир по футболу между сотрудниками правоохранительных органов. Такими героями мы должны гордиться и помнить их. Пусть на земле всегда будет мир. По итогам соревнований 3-е место заняли сотрудники линейной полиции станции Тарас, на 2-м управлении областной полиции. ЧСники же завоевали 1-е место. Всем победителям вручили специальные призы. Кулеш Умурзакова, Ахтамбир Дабитаев, 77 News.